Полезный город. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полезный город», в студии Инга Дегтярева. И мы продолжаем цикл передач на тему «Техническое обследование зданий и сооружений». У нас в гостях директор Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов. Павел, добрый день. Ну и здравствуйте. Итак, сегодня ответим еще на ряд вопросов. И первый из них. Павел, как часто необходимо проводить обследование зданий и сооружений? Давайте на этот вопрос я, можно сказать, отвечу формально, да, и перечислю те основные моменты, которые необходимо знать. Потому что периодов и частота обследования достаточно разная в зависимости от типа зданий и сооружений. Поэтому основные, так скажем, термины, да, это не позднее, чем через 2 года после ввода в эксплуатацию, когда новое здание мы ввели, необходимо просмотреть, обследовать те конструкции, которые вот уже постояли, и посмотреть, все ли с ними хорошо. Не произошли какие-то изменения. Да, все верно. Раз в 10 лет при обычных условиях эксплуатации и раз в 5 лет, если здание эксплуатируется в каких-то агрессивных средах. Это может быть какие-то, например, влажность высокая, может быть, какие-то химические реагенты. Да? То есть это в основном, как правило, это промышленное здание, сооружение. Да? А дальше, по окончании нормативного срока эксплуатации, то есть здание уже имеет, предположим, срок эксплуатации там 20 лет, он вышел, его необходимо осмотреть, все ли там хорошо, нужно ли что-то с ним сделать, капитальный ремонт, либо какие-то конструкции заменить. Дальше, при обнаружении дефектов и повреждений, то есть обязательно, если мы что-то нашли, вновь, да, образовалось там при осмотре, то обязательно надо проводить обследование, понять, насколько критичный этот дефект. Не обязательно полное, может быть, даже частичное, но нужно понять, откуда он возник и почему он возник, этот дефект, да. Дальше, после аварии и стихийных бедствий, ну, это понятно, что у нас может произойти все, что угодно, и в последнее время очень часто у нас по Кировской области ураганы, например, уже проходят, да? Да. Крыши срывают, и там стены падают иногда, и так далее. При изменении назначения постройки, то есть вы собрались сделать реконструкцию, надстроить какой-то этаж, то есть нужно понять, а сможет ли нижний этаж вынести всю нагрузку, да, все это удержать, и, соответственно, это здание в дальнейшем будет безопасным. Например, по предписанию надзорных органов, такие как Госстройнадзор и так далее, они могут запросить у вас детальное обследование зданий, сооружений, и, соответственно, тоже необходимо это все сделать. Ну и последнее, это по желанию собственника, то есть он сам может для себя в рамках, так скажем, какого-то периода заказать это обследование. Вот и все. Это основные моменты. Ну, это получается у нас плановый, то есть это то, что должно быть вот там по стандартам? Ну, в основном, да, это плановый осмотр. Благодарю. Напоминаю, что у нас в гостях был директор Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов. Все свои вопросы по поводу технического обследования зданий и сооружений вы можете задать, позвонив по телефону 219-900, либо придя в компанию, которая находится по адресу Московская, 107Б, бизнес-центр Московский, 10 этаж. Либо еще больше информации вы можете найти на сайте kesakorp.ru. Полезный город.